amarte a su manera, de palabra sincera, que me dé la vida entera. Maria got the bra, bra, the beauty bound flava. She wore some Prada, Dolce & Gabbana. Ella no es mala, solo picará en la cama. La mujer latina es dama, Dominica de La Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. Сегодня Гродненский выставочный зал стал именно тем местом, где собрались финалисты ставшего уже традиционным конкурса от магазина тканей «Монкутюр». Все очень просто. Участникам нужно было создать образ, модель весенне-летнего сезона, сфотографировать его и выслать фото организаторам. И сегодня именно здесь лучшие из лучших, самые талантливые, получат не только признание, но и ценные подарки. Подряд. Не побоялась организовать, ну уж не знаю, акцию или такой творческий проект Татьяна, директор магазина «Монкутюр». Сегодня финал конкурса. Вот давайте подробнее о том, что за конкурс, сколько финалистов и что будут демонстрировать. Тема конкурса этого года называется «Весна, лучшая модель весенне-летнего сезона». Мы не ограничивали прошлый год, этот год. Просто весна-лето, ярко, свежо, необычно. И в этом году у нас практически 50 участников, практически 115 работ они прислали. То есть, ну, можно сказать, практически все прислали по 3 работы. И до финала дошли у нас 15 самых-самых талантливых рукодельниц. Да, и плюс добавился, вот в этом году добавился приз зрительских симпатий, который выбирали уже не жюри, не мы, не под своими там какими-то профессиональными взглядами, а только зрительское голосование онлайн. Решили в этом году применить много-много новшеств, решили расширить наши горизонты выходом из нашей скромной территории магазина. Мы нашли новых партнеров в этом году, которые дружно распределили все места призовые между собой. И, конечно, это было очень приятно. И сегодня многие, ну, то есть все из них будут представлены здесь у нас, будут сами вручать свои же сертификаты, будут про себя рассказывать, что-то показывать. Очень большая для меня гордость, наверное, и такая новинка, что в этом конкурсе принимают участие много наших, ну, можно так сказать, уже практически профессионалов, дизайнеров. Мы подружились в этом году, опять же, со студией моды Сергея Нагорного. Друзья, наверное, можно наблюдать бесконечно за тремя вещами: как течет вода, как горит костер и как работают машины фирмы Бразер. Со мной рядышком стоит Анна, она представитель магазина Hobby Shop, который открылся у нас в Гродно и который занимается продажей, я так понимаю, этих самых швейных машин. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня востребованы швейные эти машины? Мне кажется, что заводы нынче все, другие машины это все делают. Не, машины швейные очень востребованы, очень много людей шьет дома, людям это интересно, и мы всячески стараемся поощрять вот такие начинания. Вот магазин «Монкутюр», который тканями занимается, устроил такой замечательный конкурс, и мы сразу же откликнулись. Будем вручать здесь главный приз на сумму 1,5 миллиона. Вот. И очень надеемся, что девочки, которые участвовали в таком
конкурсе, которые шьют, которые творят такие чудесные вещи. Какую-то мы сможем помощь им оказать. Магазин «Хобби Шоп». Сколько он уже работает в Гродно? Как давно он открыл двери для посетителей? В Минске магазин работает уже несколько лет, а в Гродно мы только открылись. То есть магазину в Гродно буквально несколько месяцев. С марта месяца он работает. Ну и как у нас гродненькие? Немножко чувствуется, что творческие есть, которые сами умеют шить одежду, вещи? Конечно, чувствуется. Мало того, мы сегодня посетили чудесную выставку. Со всей Белоруссии работы по патчворку присланы, и как бы люди шьют, люди увлекаются. Магазин «Хобби Шоп» что может предложить, помимо швейных машин, девушкам? Не знаю, может быть, есть у нас и представители сильного пола, которые не ленивы и склонны к творчеству. У нас в магазине девочки не просто витрина стоит, то есть у нас девочки показывают, обучают работе, то есть помогают человеку сделать правильный выбор, дают возможность пошить, попробовать, как это вышивать на вышивальные машины. То есть даже человек, мастер-класс такой ему устраивает? Да. То есть человек, когда потом уже приходит домой, он уже все знает, все умеет, ему инструкцию открывать не надо. То есть все можно посмотреть на месте. О том, что все просто, мне кажется, да, может говорить тот факт, что пока мы разговаривали, на свет появилась вот такая чудесная бабочка. Принцесса стоит рядышком со мной, Юлечка. Она участница конкурса от магазина «Монкутюр». Я так понимаю, что на тебе в данный момент наряд, который ты сделала своими руками, который ты отправила на конкурс, правильно? Да. Ты расскажи, что за идея у тебя, как она тебе вообще в голову пришла, что ты хотела этим сказать? Мы решили всем кружком поучаствовать в конкурсе. «Мельница моды» называется. И решили вечернее платье сшить. Почему ты решила вот именно такое коротенькое, многослойное, нежели, чем, например, длинное? Ну, длинное мне как-то так себе. Я решила коротенькое. Ну, летом, весной же тепло. И вот так вот. Почему именно такой цвет? Почему там? Ну, кремовый, светлый такой. Ну, как-то мне нравится. Куда такое платье можно одеть? На вечеринку можно тоже одеть. Ну, вечером. Как-то так, прогуляться. А что вот тебе дает участие в таком конкурсе, как ты думаешь? Опыт. Так, хорошо. Вот, прославиться можно чуть-чуть. Очень так, мне кажется, абстрактно звучит модель весенне-летнего сезона. В основном что присылали? Это платья, костюмы? В этом году были очень разноплановые. Модели просто разноплановые. Что-то совсем лето-лето, платьица легкие, что-то какие-то сложные костюмчики, больше весна, что-то такое видно с полетом фантазии, сложной работы, что-то с какой-то дизайнерским полетом мысли. Вы знаете, у нас в этом году еще одно открытие. Оказывается, у нас в городе шьют не только девушки. Вот как. У нас, у нас и мужчины парни, талантливые. Причем молодые, талантливые дизайнеры, которые прислали, опять же, нам на суд свои работы. За свои труды очень хочется награды. Мне кажется, я понимаю, что просто признание – это уже само собой понятное, что приятно. Все же, какие места, какие награды? Наградами обеспечивают наши партнеры. Приз зрительских симпатий – это будет сертификат на 300 тысяч от магазина бижутерии «Сорока». Третье место – сертификат от магазина нижнего белья «Бестия». Второе место – это сертификат на 1 000 000 рублей от магазина бижутерии «Бьютик».
И первое место и сертификат на 1,5 миллиона рублей от магазина швейных машин «Хобби Шоп». И, конечно же, цветы всем лауреатам от нашего тоже нового партнера в этом году, магазин «Цветы на Жешко» и флорист Елена Михайловская. Лучшие друзья девушек – это, безусловно, бриллианты, но не только. Так считает хозяйка магазина «Бьютик» Анастасия. Анастасия, скажите мне, пожалуйста, вы сегодня присутствуете в качестве партнера на конкурсе «Монкутюр», ну, где нужно выбрать лучшую, скажем, модель, правильно? Mm-hmm. Вот скажите мне, что побудило вас? Участвуют все девушки, шьют, там, творят все. И поэтому мы, как никто другой, представляем сопутствующие товары для них, поэтому вот и решили тоже принять участие. Вот что сегодня в моде? Вот магазин «Бьютик» что предлагает своим клиенткам? Ну, мы отталкиваемся от тенденций европейских. То есть у нас просто в магазине представлены марки европейских брендов, там такие как «Белгрим», там бельгийские коллекции. И вот как бы, ну, то, что они предлагают, то есть что популярно во всем мире, то и мы предлагаем нашим гродницам и гостям города Гродно. То есть, ну, например, сейчас вообще в новинку вошли у нас в Гродно такие вот интересные чешские шарфы, платки сразу с бюджетной частью. Это вообще очень инклюзивный товар. Продаем только пока мы его, надеюсь, и будем. И, то есть, это вообще служит как очень интересный аксессуар и дополнение к любому наряду, к платью, либо это будет повседневный какой-то или офисный стиль. Ну, если уж мы, кстати, как взаимосвязь хорошая, очень магазин ткани «Монкутюр», если говорить о платках, то принципиально, чтобы ткань была действительно качественная? Ну, или, да, может быть, любая? Конечно, это всегда качественная ткань играет, ну, как бы выигрывает. То есть, если это будет какая-то некачественная ткань, она не будет смотреться так красиво и дорого. Я думаю, наблюдаете, да, за тенденциями там гродненок. Вообще, скажите, у нас много модниц в городе? Очень. Мне кажется, город Гродно у нас вообще самый модный вообще из всех белорусских городов. У нас девочки очень, и не только девочки, и женщины, и вообще в годах приходят, и они все просто обожают бижутерию. А это, друзья, значит, что у магазина «Бьютик» всегда будут клиенты. Известен уже 16. Победитель? Конечно, зрительский. Уже сегодня утром все стало известно, потому что голосование закончилось ночью. И вот сегодня утром я уже знала, кто. Это Екатерина Рубан. Чем же она так сразила? Ну, вы знаете, наверное, ярко-желтым цветом, наверное, сочетанием фона зелени, какого-то кружева в отделке, какой-то кусочком ручной работы, обаянием, ну, наверное, девичьим. Судя по тому, что у Екатерины в руках такой прекрасный букет, она сегодня кое-что завоевала. Между прочим, мне кажется, очень важный объективный приз, потому что это приз зрительских симпатий, да, насколько я понимаю. А что за модель была? Ну, моя модель — сарафан желтый такой с ромашками и леопардовое платье. Как пришел в голову именно такие образы? И все, наверное, в предвкушении лета, вдохновленные морем, солнцем, поэтому, наверное, и пришло такой образ создать. Ну и, конечно же, цветы, ромашки – это всегда залог успеха, залог красоты. Сколько времени ушло для того, чтобы эти две модели появились на свет?
Ну, в общей сложности. Пару дней. В конкурсе от магазина Mon Couture впервые участвуете? Да, впервые. Я очень удивлена, что это уже второй конкурс. Но надеюсь, что третий я не пропущу. Третий, четвертый, пятый, сколько их будет. Ага, ну, конечно. Когда такой приз, можно, в принципе, уже и на первое место претендовать. Вот мне интересно, сегодняшние наши девочки, рукодельницы, швеи, они сами себе дизайнеры, да, и проектировщики, скажем так, или они все-таки ориентируются на какие-то мировые тенденции? Мне кажется, ориентир на мировые тенденции все-таки присутствует, но выбор образа зависит прежде всего от вдохновления самого человека. Деятели искусства всегда отличались своим неординарным подходом к творчеству. Вспомните, к примеру, всем известных Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Клода Мане. Как известно, художник найдет чему угодно применение – пыли, дыму, любым вещам. Ему подходит любой инструмент. Порой творить студенту факультета искусств и дизайна Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Владу Лисину помогает набор конструкторов Лего. А как именно – сейчас выясним. Склонность к созданию красоты и искусства – это от рождения или приобретенное и заработанное кропотливым трудом качество? Для того, чтобы у тебя проснулся какой-то талант, нужно потратить довольно много усилий. В основном успеха добивается тот человек, который целеустремлен. Если окунаться в воспоминания о детстве, то Лего всегда было для тебя, ну, главенствующей игрушкой, занимало первое место наряду с остальными? Ну, в какой-то период, да. Но потом оно ушло как-то на второй план, и я про него, честно сказать, забыл. Что послужило поводом к тому, что ты вспомнил о Лего, и оно стало неотъемлемой частью твоего творчества? Нарвался на какой-то один сайт, фан-сайт, вот как раз по вот этой серии. И думаю, ай, вспомню там старину, достану их, достал. Ну, меня и погрузило в него уже с концами, и все. Начал потихоньку строить, и вот к чему пришел. Учитывая, что этот вид творчества достаточно эксклюзивный и оригинальный, на территории Беларуси есть вообще единомышленники, с которыми ты поддерживаешь контакт? Или ты единственный в своем роде? Ну, я не знаю. Из всех, кого я знаю в Беларуси, я единственный. А есть какие-то конкурсы, может быть, вообще на пространстве интернет касательно именно Лего? Да, и я стараюсь стабильно участвовать в них. Вот даже это как раз конкурсная модель, занявшая первое место. Сколько в целом времени уходит на создание такой работы? Во многом это зависит от масштаба и от идеи. Если идея есть, и ты, ну, примерно хотя бы можешь представить, что должно выйти в финале, то где-то 3-4 вечера. А если, ну, небольшая работа, там, может быть, вот такого вот масштаба, то можно и за вечер сделать. Есть
какая-то работа, которой ты питаешь особую симпатию, и, ну, вот, любимая твоя работа, и ты действительно гордишься? Ну, думаю, да. Вот, наверное, вот этот вот парень, вот, он собран довольно давно, но у меня все рука не поднимается его разобрать. Не знаю, мне просто очень нравится у него такой характер, взгляд. Ну. Любимая работа, она связана с каким-то фактором воспоминаний. Почему она любимая? Ну, просто он удачно получился, тут много интересных решений в плане использования деталей. Мне просто он нравится. Ты как студент факультета искусств и дизайна, у тебя, получается, идет в обучении и живопись, и скульптура, и компьютерная графика, вот лего-творчество. Что тебе кажется наиболее интересным, важным и актуальным? Ну, мне очень нравится наша специальность тем, что именно очень много разнообразных действий и занятий, что не дает нам скучать, и она не превращается в такую унылую учебу. У нас всегда очень интересные задания, и они постоянно меняются. Вот. Мне нравится много, но ближе всего я, наверное, к компьютерной живописи. У Сальвадора Дали, как известно, музой была Гала. Есть ли в твоей жизни муза или человек, творчество которого тебя воодушевляет? Мультфильмы, я не знаю, там, видеофильмы. Я обычно как делаю? Я просто высыпаю детали, взглянул на какой-то один цвет и решил взять его за основу. И все, и дальше за счет конкретно моих деталей, которые у меня есть, я создаю вот то, что есть. Ты создаешь свои работы для себя, для университета или с целью внести искусство в массы? Вот в этом году я подошел к своему преподавателю, и он мне любезно помог здесь сделать выставку, открытие моей первой выставки, вот, за что им большое спасибо. Красота и искусство становятся доступными далеко не каждому человеку. Влад Лисин показал и доказал, что прекрасное скрывается в простых вещах. И даже с помощью конструктора, которого принято считать детской игрушкой, можно создавать приятные для глаза шедевры. Постарайтесь пустить искусство в свое сердце, и оно преобразит ваш мир.